Всем привет! Сегодня у нас очередной бомж-тест микрофона. На этот раз у нас есть такая вот петличка Endoir. Она у нас подходит к смартфонам, подключается. У нас 4 пина, но также идет у нас в комплекте обязательно вот переходник для того, чтобы вы могли его подключить в камеру или же в компьютер. В общем, очень удобно. Сравним мы его с петличным микрофоном, самым популярным, я так бы сказал, в магазинах, в китайских магазинах. Это микрофон Boya. Сейчас, в данный момент, мы пишем звук на радиосистему Asden. Это петличный микрофон с радиосистемой, подключен в камеру Canon 80D. В камере стоит автоматические настройки звука. И еще также мы запишем звук на рекордер Zoom H1, чтобы, для разнообразия. В общем, поехали. Итак, начнем мы с убывания цены. И сейчас вы слышите звук с петличного микрофона Asden. Он у нас $380 стоит. Он самый, в общем, с нашей категории, самый дорогой. И давайте распакуем сейчас Boya по-быстрому. Вы уже наверняка видели кучу распаковок с этим микрофоном. Но мы будем в первую очередь его тестировать, а не показывать коробки и все такое. Это никому не интересно. Микрофон Boya у нас идет с 4-пиновым джеком, который, в общем, предназначен как бы для смартфонов, но у нас еще также есть вот такой вот блочок, в который обязательно нужно вставить батарейку, потому что он работать не будет. И у нас идет переключатель со смартфона или же на камеру. В общем, где вы будете использовать. Длина кабеля петлички Boya 6 метров, но вы ограничитесь, в общем, вот этим блочком, потому что если батарейка сядет, то вы ничего не запишете. То есть вы обязательно должны следить. Здесь, кстати, нет индикатора разряда батарейки. То есть вы даже не будете знать, когда она, в общем, у вас сядет. А так, в целом, микрофон неплохой. И давайте, в общем, его сейчас подключим напрямую в камеру Canon 80D, а потом еще в рекордер. И так, в общем, по порядку. И дойдем до петличного микрофона за $4. Итак, теперь мы подключили петличный микрофон Boya напрямую в камеру Canon 80D. Стоят автоматические настройки звука. У нас переключатель стоит в режим камера. То есть это обязательно, если вы подключаете в камеру или же в компьютер. И теперь можете слушать, как звучит звук. Я его повесил, как и Asden. В общем, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. И давай теперь Boya подключим в рекордер Zoom H1. Теперь мы пишем звук на рекордер Zoom H1, подключили мы в него, то есть петличку Boya, и можете сравнить звучание. До этого писали мы на Canon 80D, в камеру напрямую, а теперь пишем на рекордер Zoom H1. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Сейчас мы обратно подключаем в камеру 80D, только уже микрофон за $4, и, в общем, сейчас сравним. Итак, теперь мы пишем звук на петличный микрофон за $4 Endoir, и мы его подключили также в камеру Canon 80D. Стоят также автоматические настройки звука, и сравним, в общем, звук. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. И сейчас мы его подключим в рекордер Zoom H1, и вы также можете оценить качество записи звука. Теперь у нас звук пишется на рекордер Zoom H1 с петличным микрофоном за $4. Итак, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. И еще могу сказать пару слов об этой петличке. То, что я, как и сказал, у нас идет специальный переходник для того, чтобы можно было подключать в камеру, в рекордер и, в общем, все такие устройства, которые, в общем, поддерживают 3 пина. Если нужно 4 пина, то есть подключить смартфон ваш, то, пожалуйста, у нас сразу же это петличный микрофон. То есть у нас джек идет на 4 пина. И сразу напрямую подключаем смартфон и используем. Я проверял, работает отлично. Итак, можете оценить качество записи звука этого микрофона. У нас здесь металлическая клипса и есть ветрозащита поролоновая. И сам микрофончик, как можете заметить, он очень маленький. Если сравнить его, к примеру, с тем старым микрофоном, который у меня был за $3, он очень был большой. Итак, это звук, записан на микрофон за $4. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Итак, теперь мы пишем звук на петличный микрофон за $4 Endoir. Камеру Canon 80D стоят автоматические настройки звука. У нас и сравним, в общем, звук. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. В общем, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. В общем, на этом все. Надеюсь, мое видео было вам полезным. Если это так, обязательно поставьте лайк или же дизлайк на ваше усмотрение. Подписывайтесь на канал. И если вы хотите еще подобных видео, обязательно напишите это в комментариях. С вами был Евгений. Всем пока.